это синтез мудрости. И просыпающийся не в этот протекающий момент, а видимое следствие многих невидимых творческих напряжений, имя которым – любовь. То есть интуиция – синтез мудрости. И очень важно проснуться. Это вот крайний момент для пробуждения. Больше вот пробуждаться позже уже будет невозможно при жизни. Да? Невозможно будет пробудиться. Пробудиться надо именно сейчас. Сейчас вот этот завершающий этап перехода. А пробудиться может только тот, у кого возжегся вот этот огонь божественной любви в душе. И как только созревает привычка у человека жить в космическом, то есть жить в энергиях божественной любви, человек сбрасывает условные путы негатива, любого негатива. И любовь, живая в человеке, это не его личное качество, надо понимать. Это свобода сердца от всех тисков страстей. И любовь живет в человеке и заставляет ценить не только то, что он знает. Она ведет его всегда вперед, заставляя искать себе применения. Именно применение через акты служения. И любовь знает помощь, но она не знает никаких наказаний. Любовь не знает осуждения. Любовь не судит, она радуется, радуется, помогая. Любовь не требует, не нуждается, чтобы ее давали. Она сама отдает, и живет она только потому, что отдает. То есть любовь – это как пламя. Чем больше отдал, тем ярче и выше пламя. И именно через любовь, через энергию безусловной любви происходит творение в этом мире беспрестанно. Любовь ясновидящая не может совершать того попустительства, которое ведут человечество во временное улучшение его внешних обстоятельств в ущерб его вечному труду и любви. И любя одного человека до конца, вы именем его будете служить миллионам. Thank you.